Всем привет, уважаемые мои подписчики, случайные зрители этого видео. Сегодня пойдет речь о моем матюгальнике-радио, купленном на AliExpress, но не только об этом. Здесь стояло другое радио, которое то же самое отличалось тем, что очень плохо ловило радио. Может быть, это, скорее всего, у меня отвалился провод от антенны, которая стоит постоянно выдвинутая. Я под крыло не хочу лезть, я не хочу смотреть там разъем. Потому что зима, потому что неудобно. Потом как-нибудь в другой раз мы это сделаем. Сейчас вот у меня настроено 87,5. Да? Радио ловит плохо. Сейчас вторую волну. Шипит, постоянно шипит. Третью волну. Тоже с шипением идет. Пятая. Тоже с шипением, каким-то постоянным треском. Здесь вообще шипит. Если подключить второй FM2, тут все шипит. Все шипит. Ищем выход из этого положения. Что мы делаем? Правильно, мы устанавливаем сейчас активную антенну. Называется вот так, SCAT. Кому неизвестно, ураловские антенны. Называется Урал АВ-23. Здесь много что интересного про нее написано, конечно. Сделано в России. Кто знает, что такое Урал, что они выпускают. Очень много звукотехники для автомобилей. Антенна выглядит вот так, таким вот образом. Устанавливается она на стекло. Здесь у меня где-то есть инструкция. Кому интересно, здесь вот такая вот инструкция на антенну автомобильную SCAT. Порядок ее установки обязательно к минусу, к плюсу. И включаем, говорят, что ловит довольно-таки хорошо. Много кто ее установил. С установкой проблем нет. Нужно найти провод заземления и провод питания антенны. Ну и в принципе все. Антенна подключается очень, очень просто. Устанавливается на стекло. Тут написано. Сказано о том, что расстояние от края стекла должно быть около 5 сантиметров. Ловит как УКВ, ДВ, СВ волны. Нас интересует только УКВ, FM диапазон, в принципе. Остальные волны меня мало интересуют, потому что, в принципе, все остальные диапазоны в этом матюгальнике не ловятся. Матюгальник вот такой. Если кому интересно, потом скину на него ссылку. Самое интересное, что сегодня 4 марта, и этот матюгальник я покупал, по-моему, за 1500. Он недорого стоит, он нужен для того, чтобы вот что-то в автомобиле у меня постоянно разговаривало. Стоит он недорого на тот момент. И сейчас, я думаю, он уже стоит около 2-2500 рублей. Ну, сами понимаете, почему и из-за чего. Все, сейчас будем устанавливать. Вскроем вот эту вот панельку аккуратненько. Найдем там минус корпусу. Подключим вот этот проводок, прикрутим. Дальше проведем под панелькой. Здесь, сюда-сюда. Аккуратненько бардачок снимем. И подключим к антенне. Все. Что получается? Вот здесь один пистон. Здесь вот чуть ниже второй пистон. И здесь ниже. Вот здесь вот еще один пистон. Эти три пистона аккуратненько отверточкой берем вот такой вот плоской. И поддеваем. И снимаем. Вот этот минусовой провод пустим на болт крепления ручки. Ну а здесь все просто. Получается вот. Проведем и вовнутрь пусть пропустим сюда. Поставили нижний. Устанавливаем.
Верхний, все, здесь все хорошо, все замечательно. Снимаем бардачок. Бардачок снимается очень просто. Здесь поддеваем, на себя тянем и выдвигаем. Почему бардачок? Потому что так удобнее работать. Так, потом, почему? Потому что сейчас здесь будем протягивать провод. Чтобы там нормально положить полностью всю проводку. Здесь на бардачке 1, 2, 3, 4, 4 и там 2, 6, 6 болтов. Нужно открутить. Чтобы снять бардачок. Все хорошо. Все, сдергиваем бардачок со штатного места. Все, убираем. Так, теперь будем протягивать аккуратненько. Вынимаем магнитолу. Снимается она у меня просто. И не собираюсь. Так, меряем напряжение. Всем известна распиновка магнитол. Желтый это постоянный плюс, красный это плюс, который приходит после включения зажигания. И синий проводок, вот здесь вот, по-моему, питание магнитолы. Вот цеплюсь. Так, синий проводок 12, красный 12,3, желтый 12,5. Да, желтый это аккумулятор, красный это питание магнитолы. Проводим, достаем. Так, вот этот проводок нужно подключить на питание магнитолы. Чтобы найти питание магнитолы, тут можно по проводам, все прекрасно знают, там желтый, красный, все очень просто. Да? Но, чтобы быть полностью уверенным, берем в руки вот такой аппарат, называется вольтметр, который у меня уже в течение 6 лет. Да? И пытаемся обнаружить напряжение на магнитоле. Подключаемся к синему проводу. 12.03. Выключаем зажигание. Питание пропало. Подключаемся к красному проводу. 12.3. Выключаем зажигание. Питание пропало. Подключаемся к желтому проводу. Кто не знает, это питание аккумулятора. 15.6. Отключаемся. Продолжается подача питания. Это на память и на часы. Если мы сделаем вот так, попробуем просто сейчас подключить. Интересно, что будет? Это сюда. Это сюда. Ну что, включаем матюгальник. Так, в антенне загорелась синяя лампочка. Так. Можно себе помочь. Афобазол. Противотревожный препарат. Помогает справиться с тревогой и бессонницей. 4 недели терапии для наиболее выраженного. Ничего не изменилось. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Метро. Пускаем всех. Оформи карту гостя за несколько минут в мобильном приложении и получи 3000 рублей на первые покупки. Предложение для лиц, ранее не имевших регистрации в качестве клиента или гостя Метро, в период с 1 июня 2021 до 30 июня 2022 года. Карта. Как шипело, так и шипит. Ничего не поменялось.
20.00. Домашний главный женский. Для зрителей старше 16 лет. Выключаем. Итак, что хочу сказать. Не покупайте это Г. Это полное Г. У меня сейчас на моем штатном матюгальнике радио работает лучше, чем с этим, вот с этой вот активной антенной. 600 рублей просто в никуда, ни о чем. Не покупайте это Х. У меня практически, ну нормально радио работает, нормально. Я думал, будет лучше работать без там шипений, без каких-то помех. Черта с два. Так как YouTube банит, поэтому, ну, звук мы сильно не будем включать. Вот, ну, в общем, лучше работает со штатной антенной, вот с этой, которая выдвигается, чем вот с этим вот Х, которая называется... Которая называется SCAT AV-23. Я не знаю, в каких автомобилях Урал AV-23. Я не знаю, в каких автомобилях они работают лучше, чем... В моем автомобиле не работает. Шумит на тех же самых волнах, которые здесь на штатной антенне работает. Эта антенна не работает вообще никак. И просто, ну, отказывается работать. Абсолютно. Так что, ребята, не покупайте такие антенны. Это чисто мой отзыв за вот эту китайскую магнитолу, на которой моя антенна работает гораздо лучше, чем... Вот это вот, которое, вот это вот. Питание на нее подано, да? А она не работает. Такие вот дела. Обидно, обидно, обидно. Очень сильно обидно. Я прям расстроен ужасно. Все, всем спасибо. Всем пока.